Ассаламу алейкум. Меня зовут Исмаилов Ильяс, главный редактор республиканской газеты «Вести Республики», председатель Союза журналистов Чеченской Республики. Дорогие друзья, уважаемые коллеги, сегодня весь мир находится в состоянии войны против эпидемии коронавируса. Чеченская Республика не стоит в стороне от этих печальных событий, чьи жители под руководством главы Чеченской Республики, героя России Рамзана Ахматовича Кадырова, героически сражаются против этой заразы, ставшей всемирным бичом. Мы, чеченские журналисты, полностью и твердо поддерживаем все меры, принятые руководством нашего региона и направленные на спасение и защиту его населения от этой болезни. И никакие фейки, никакие ложные инсинуации и инфоатаки, инициируемые так называемой либеральной прессой и той же самой ангажированной новой газетой против нашего народа, против нашего руководства, не помешают нам идти победным путем в сражении с этой болезнью. Более того, мы призываем широкую российскую общественность и правоохранительные органы нашей страны обратить внимание на антигосударственную, противозаконную, фейковую деятельность этой так называемой газеты. И мы не сомневаемся, что им будет дана правильная правовая и общественная оценка. Да восторжествует справедливость. Ахмад сила. Аллаху Акбар.